Что за мета? И не сможем сейчас мы обойти все это. Нам придется идти Какие надо нервы иметь, блядь, ёпта, километры в 4 сейчас. утра, Мы нахуй, что должны тащить пройти колесо, такой ёб путь, твою мать. извините. Ребят, как дорога? Бля, они подумают, на какой же мы сервер пришли, бля. Ребят, вы не дойдете до туда никак Сразу физически, скажешь, что с вообще Фреем не надо никак. иметь дело. Ну, в прямом смысле это невозможно, там сожрут по дороге, не делай да мне этого. похуй, слушай, ну мужика меня берешь, да? Там твой друг в Дискорде говорит, что Может, мы здесь зайдем, чекнули сейчас мы аномалии, зайдем. скорее всего. Наверное. Погоди, погоди, это... Да, да нет, поехали уже, опа, опа. Все? Не донесли. Муж, муж, у тебя есть? Ну я просто хотел бы занять твою сердечку. О, все, 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 все. Можешь меня здесь выбрать? А, благодарю. Все, спасибо огромное. И тебя Родина не забудет. Спасибо, мужик. Люблю тебя. Все. Там я номерок оставил там на панели. Звони. Давай, пока. А, так давайте вас подвезу, ё-моё. Не-не-не-не-не, слушай, мы не сказали пешком, я пешком. Ну типа мы поспорили там он, с монолитовцем там он ходит, думаю, что мы его не видим. Ну ты просто не видишь, как я ныкаюсь, тут пиздец, бля, пол. Да-да! Чё, Слава, Слава, поймал, блин. Ты походу от них, блядь, как и уйдёшь там. Сейчас туда лежать колесо. Сука, я тебя сейчас выебу, колесо. Давай нахуй, я сейчас побрею, блядь, козёл. Какое колесо? Сука, колесо, оно тебе в инвентарь поместилось, я это точно знаю, блядь. Ну-ка, дай колесо, блядь, серьёзно. Блядь, серьёзно, нахуй ты его туда тащишь? Отдай колесо, ну, блядь, хочется ему тащить, блядь, чё ты. Я тебе сделал модельную стрижку бы там, блядь, бороды. Ты мне отдал колесо, все, отдай колесо. Я сейчас дай, пожалуйста, у меня демка есть. Все, отдай его. Ну какое колесо? С буханки должно? Со Стаса машины колесо. Подожди, тебе реально просто по приколу колесо тащить? Ты меня взял на мужика. Хочу объяснить, парни. Понимаете, вот я как мужик, да, вот, ну, блядь, я не святой человек, хуйни много разные творил, я сам Дезмонд, типа, блядь, очень охуенный чел, и фильм называется «По соображению совести». Я вот посмотрел этот фильм, я хочу, типа, исправиться и быть нормальным таким человеком, знаете, блядь, типа, мужицким человеком. Слав, у тебя есть время накопить 3 ляма, я себе поставил, ну, купить там, ему машину. Либо свое время, типа, у меня сколько мы его в половину первого начали тащить. Так он же еще заколаж должен, блядь. Девушкой. Девушка уже сдалась на Скадовске, типа, сказала, уже мне спать надо идти. Я говорю, ну, конечно, для зайка, типа, ну, что такое. И это. И понес дальше. Только в чем прикол? Если бы не было бы этой преграды, вот, мужики, насчет воды, да, ну, и, блядь, и мне, вот, и, как до этого, до всего этого, до захода в DayZ, я пообещал челу через 2 часа, вот, как поиграл со своей королевой, типа, зайти в Майнкрафт. Так он мне сейчас пишет, так что, мужики, честно, слово, для меня обещание дороже слова мужика.